Здорово, пацаны и девчата, с вами Влад Кабус. Результаты на монетке сегодня будут у меня находиться в телеграм-канале вечерком. Также я хочу сегодня для вас сделать розыгрыш на офигенное предложение, там где находятся очки района, либо набор с Форестером. Вы решайте сами, какой набор вы хотели бы от меня получить. Для того, чтобы вы сумели принять участие, вам нужно всего лишь поставить лайк под этим роликом, написать в комментариях то, что вы участвуете. Каждые 1000 лайков, которые вы набираете с меня, равно один набор вот такой же самый. Также вам обязательно нужно быть подписчиком моей странички Мусорами и подписаться на мой телеграм-канал, потому что там будут находиться все результаты, плюс самые жесткие лайфхаки, которые я для вас подготовил по этому событию и последующим событиям, которые у нас будут выходить в FIFA Mobile. Все таблички с лайфхаками по сборке маны и также того, кого вы сумеете получить в этом событии, находятся в телеграм-канале. Если что, спускайтесь вниз, все вам там расскажу и подскажу. Также хочу вам напомнить, что у нас 14 часа 1/4 финала Лиги Чемпионов играет Ливерпуль с Реал Мадридом. И мои друзья из компании OneX предлагают для вас самые высокие коэффициенты на этот матч, ну а также остальные матчи, соответственно. Пополнение счета у них на сайте происходит без комиссии, а также регистрация в один клик и самое важное то, что без паспорта. Ставка без риска и вывод средств на любую платежную систему. Все самые нужные ссылки я оставлю каждому из вас в описании. Также сканируйте этот QR-код и получайте самые офигенные от меня бонусы в размере 6500 рублей. Действуйте как можно скорее, получайте офигенные бонусы. Я сегодня буду прокачивать свой основной состав, который я приобрел. Давайте потратим сразу же 55 гривен. Я понимаю, то, что это немалая сумма. Самому нужен такой набор для того, чтобы быстрее проходить испытания. И кому будет не хватать на карточку Месси, как раз этот набор, возможно, и поможет. Очки района, очки VIP мы получаем. Итак, транзакции по счетам у нас проходят. Далее нажимаем. Не успел зайти в игру, уже приходится донатить. Ну что поделать, такая жизнь. Если бы здесь немного покруче были награды, я бы тоже сюда задонил, потому что 280 гривен, и грубо говоря, ты получаешь очки VIP 1000 штучек, ну более-менее норм. А вот Акинфенва, ну не знаю, типа за эту карточку платить столько много, жетон поиска яиц 100 штучек, ну тоже как-то маловато. Если бы 500 было жетонов этих, тогда конечно на изи открыл бы. Лейка 50 штучек, ну так нормально, и очки района 250. Слишком мало всего здесь дается за 280 гривен. Если бы немного лучше спецпредложение было, тогда, конечно, задонил бы и вам тоже разыграл такое спецпредложение. И лучше всего вам хочу напомнить, знаете, как могу сделать? Набирайте 2500 лайков, я для вас разыграю звездный абонемент. Я думаю, то, что это будет реально круто. По накрутке монет, либо FIFA Points, обращайтесь ко мне в личном сообщении ВКонтакте, цены будут приемлемы для каждого из вас. Если что, можете мне писать в телеграм-канале. Но мы пока возвращаемся к нашему составу. Давайте немножко сегодня поиграемся. Хотя, стоп, зайдем в звездный абонемент, заберу здесь тоже награды, которые меня ожидают. Так, у меня есть жетоны 360 штучек, я их немного позже потрачу. С карточкой то я пока что еще точно не определился, так что позже, возможно, сумею его забрать. Возможно, нет, возможно, заберу все же карточку Месси с рейтингом 100. Она более дешманская будет в течение 1-2 недель. Поэтому не знаю, как поступать. Так, мы листаем в самый конец, заберем себе на уме. Ребята, если вы хотели бы вот эти вот все награды, которые здесь находятся, просто-напросто набирайте 2500 лайков, подписывайтесь на мой канал, на мой страничку с вами и на мой телеграм-канал, и вы сумеете получить от меня звездный абонемент и получить те же самые офигенные награды. И плюс вы еще будете редкие фрагменты ранга получать, это реально круто. Так, забираем все это добром. Я вам покажу те наброски, которые Даня мне сбросил. И возможно так будем поступать. Возможно такой состав будем собирать. Еще точно не определился. Не знаю, это надо, не надо мне забирать. Рубы слишком много стоит денег, эта карточка. Вот хз, пока что еще точно не уверен. Хочу ли я эту карточку, не хочу ли я эту карточку, не знаю. Точно сказать сложно. Самоцветы забираем, звездный логотип. Хотя не особо мне этот логотип и нужен. Так, футбольная форма и карточка Мореза, которую мы сумеем перепродать. Надеюсь на то, что задорого. А может быть и не задорого. Я не знаю, сколько он стоит на рынке сейчас. Проверим. Опа, звездный абонемент. Ранг номер 5 у нас открыт. Хорошо, вы такой же самый ранг сумеете получить, если вы наберете 2500 лайков и будете активить у меня на канале. Только обязательно для того, чтобы я сумел вас выбрать с помощью программы, вам нужно написать один комментарий. Больше одного комментария, пожалуйста, не пишите, потому что я просто-напросто буду удалять ваши комментарии и буду выдавать приз тем ребятам, которые не спамят. Я вам сейчас одну необычную штуку покажу. Заходим в Месси, тренировка нажимаем. Бах, я вообще ничего не классил. А, давайте вам так сделаю, чтобы вам лучше видно было. Смотрите, еще раз зайдем. Нажимаем Месси, тренировка. Бах. И все.
Пройти не могу качнуть, могу уже за 2 миллиона 800 и не используя при этом игроков. Вы такого хоть раз видели? Это магия, Magic. Это все из-за того, что в карточку Месси прошлого владельца этого аккаунта впихнул кода жесткого игрока с рейтингом 101, ему сразу прокачался овер. Даже при том, что мы ничего не должны сюда вкидывать. Я такой первый раз вижу на своем опыте, поэтому вот так вот. Смотрите дальше. Думали, на этом что-то закончится? Нет. Неймара тоже бах. Это что за такая магия? Вы подумайте, я сам честно, когда увидел, я прифигел, думаю, ни хрена себе. It's a magic. А если еще закину? Капец. Хорошо. А тут что? Дэвис нет, я не помню. А, он вроде бы, если не ошибаюсь. Да, вот сюда вот закинуть парочку игроков, и уже рейтинг будет 102. Грубо говоря, мы можем вместе с вами прокачать от души этот состав. Давайте вам резервы еще покажу, чтобы вы понимали, что тут происходит у нас, как там тут дела обстоят. Ну, вот так вот, вот так вот. Могу прям качать все по красоте. Можно творить такие чудеса, что прям будет пипец. Такой контент еще могу устроить. Капец, блин, столько этих игроков. Я прям в шоке. Так, давайте начнем с того, что мы карточку Бекхэма закачаем. Рейтинг ему сделаем 102. 2 миллиона 800 нужно потратить для этого дела. Но я думаю, то, что мы это легко сделаем. И у нас рейтинг 102 карточки Бекхэма прямо сейчас становится. Я думаю, уже у многих из вас рейтинг Бекхэма карточки 102. Отпишите, пожалуйста, в комментариях, на какой позиции карточку Бекхэма вы забрали. На позиции ЦП либо ПП. Так, больше нельзя. Достигнуть лимит прокачки у нас. Вот мне интересно, если вот сейчас качну карточку Месси до рейтинга 102, то как у нас будут происходить дела? Блин, качать, не качать. Если я качну еще одного игрока, то рейтинг состава сразу становится 149. А ну-ка, усиление навыков проверим. Что мне нужно качнуть? Второй нападающий, мне эта усилка подходит. Я вот не знаю, стоит ли прокачивать карточку Месси. Бляха, ну такой вот выбор сложный на самом-то деле. Как поступать? Но этого карточку я не знаю, хочу ли я оставлять у себя в составе. Неймар тоже, конечно, у меня под вопросом. На какую схему стоит мне переходить, пока тоже еще не знаю, потому что, ну, вариантов очень много. Как взять и все правильно расположить, для меня вот очень серьезный вопрос, и поэтому я еще не знаю, как точно поступать. Но карточка Оуэна у меня будет 100% в составе оставаться, поэтому я думаю, может быть, потратить 2 миллиона 800 на прокачку его карточки. Я еще точно не знаю, надо ли так поступать или Донаруму закачать. Донаруму тоже можно закачать, так, и рейтинг будет сразу 102 у его карточки. Или взять и Донаруму поменять. Хотя, конечно, прям имбовый вратарь. Многие говорят то, что он уважает. Хоть я присматриваюсь к его карточке и понимаю то, что это одна из самых топовых карточек. Именно вратаря. Так, как мне поступить? Я могу прямо сейчас одного игрока качнуть, и рейтинг будет 149 состава. Я хочу проверить, что произойдет, как только плюс один овер я качну карточки Неймара. 2 миллиона 800 мы потратим. Рейтинг карточки 102 становится. Статы заметно улучшаются. Хотя, конечно, на плюс 1, на плюс 2, но тоже неплохо. На пенальти это не то, что самое лучшее. Лучше бы ускорение чуть больше ему добавили, но... Да ладно. Мне вот почему-то кажется то, что когда нам откроют прокачку до рейтинга 103, то я сумею сразу же рейтинг 103 сделать карточки Неймара и также карточки Месси. Бляха, ну это что-то такое вот невообразимое с этим составом. Это что я за имбовый такой состав купил, то что вот такое вот возможно делать. И кстати, рейтинг нашего состава становится 149-м. Мы продвигаемся в нужном направлении. Я думаю то, что в следующем выпуске я сумею уже рейтинг 150 делать этому составу. Мы сумели сегодня закачать две карточки до рейтинга 102, это Бекхэм и Неймар. 11 прокачек, и у нас будет рейтинг 150. Я думаю, то, что на изи можно сделать 151 рейтинг этому составу. Но у меня помимо этого всего есть еще предположение, как бы я, возможно, хотел бы этот состав немного поменять. Карточка Месси, конечно, крутая карточка. Я вот думаю, блин, оставлять его или не оставлять. Вот я вот все же еще не определился, хочу ли я забрать карточку Мане с СБЧ. Достаточно неплохая карточка, имбовые статы, прям от максимум. Максимально имбовые. Друзья, ну а с помощью моего промокода на сайте OneX каждый из вас может получить гарантированный бонус в размере 6500 рублей. Нужная ссылка находится в закрепленном комментарии. Действуй! Я пока что перехожу в события весенней каникулы. Хочу испытать свою удачу. Я сумел уже одного игрока получить с рейтингом 96. А мне хотелось бы еще получить карточку с рейтингом 99. А ну-ка давайте узнаем, насколько я фартовый пацан. 755 жетончиков я трачу. И 94-го, да ну, что это за наборы такие кайфовые. Дэвиса карточку мы сумели заполучить, 94-й рейтинг. По стоимости, конечно, я не знаю, сколько он стоит, но такую карточку взять и отхапать, это прям круто. Вот это вот прям реально круто. А, кстати, с Бекхэма давайте мы заберем еще. Хорошо.
очки Бэхэма у меня увеличиваются. И мы один набор еще откроем. Добротненько, забрали эти все ништячки. Но реклама, к сожалению, нас не щадит. Приобрести нажимаем и 100 жетонов потратим. Может быть, мастер выпадет. Это лакерный аккаунт. Ну, 250 тысяч монет, тоже хорошо. У нас на балансе 1200 FIFA поинтсов. Я думаю, то, что придется немного накрутить FIFA поинтсов. И я, знаете, что сделаю? Я обменяю поинтсы на самоцветы. Здесь у нас есть 10 тысяч самоцветов, есть также 5000 самоцветов и 2500. С помощью этих спецпредложений у меня будет на балансе примерно, если я не ошибаюсь, то 40 с чем-то тысяч самоцветов. Но я еще думаю, вот как поступить. У нас осталось немножечко времени. Весенняя распродажа. Может быть, я сейчас поступлю иначе и заберу вот эти вот редкие фрагменты ранга, потому что редкие фрагменты ранга нужны для прокачки. 1875 самоцветов. Хорошо, тратим. 1875. Так, тратим. Нужно потратить для того, чтобы вот прям все было от души. Далее нажимаем. Еще раз потратим. Так, редкие фрагменты ранга я забрал. 20 тысяч самоцветов у нас остается. Весенние каникулы, этап распродажа. Заходим сюда, и мы можем открыть один набор. Бесплатно, рейтинг 88+. Брозович, Азар. Честно, я до этого открывал, такая дичь мне выпадала, поэтому я не рассчитываю на то, что мне жесткие игроки здесь будут выпадать. Весенняя распродажа, открываем и смотрим, что будет. 89, ну хотя бы рейтинг 89, хоть что-то, но лучше бы мастер, конечно, выпал, но, увы, мастера нету. Ребята, напоминаю всем вам, каждые 1000 лайков с меня равно один набор, там где находится 250 очков района. С вас все лишь обязательно, чтобы вы были подписчиком моего канала, поставили лайк, написали в комментариях то, что вы участвуете, и обязательно подписались на мою страничку в Инстаграме и на мой телеграм-канал, потому что там будут находиться результаты. Так что действуйте как можно скорее, и не пропускайте свое счастье. А мы рейтинг 89 забираем. Я вам сейчас показываю вариант для сборки состава. Подскажите, пожалуйста, мне в комментариях, стоит ли мне собирать вот такой вот состав. Первый, Донаруму мы карточку оставляем. Карточку Садио Мане мы собираем СБЧ, его получаем. Максимально дешевую карточку, я думаю, соберем. Овена оставляем, карточку Месси мы тоже оставляем. Бекхэма мы оставляем, покупаем карточку Бруно Фернандеша, Ультимейт Тотти. И также мы забираем карточку Руда Гулита на позиции ЦП. Стоит ли мне так поступать, отпишите в комментариях. Дальше у нас идет что? Защита. Дэвиса карточка у нас остается, она у нас уже прокачана. И плюс карточка Бендера сравнивается с карточкой Ван Дейка. Ультимейт Тотти, на секундочку так. Так что, возможно, стоит и его забрать, и плюс еще карточку Деликта забрать. Грубо говоря, нам придется задействовать новую схему и взять ровно 5 новых игроков. Что вы скажете, стоит ли мне так поступать, либо нет? Жду от вас максимальное количество комментариев для того, чтобы я сумел разобрать, как мне стоит поступать. Ни в коем случае не пропускайте мои новые ролики. Чем больше лайков будете набирать, тем больше розыгрышей офигенных я для вас сумею сделать. Все, ребята, с вами был Кисел, ваш Влад Капуста. Большое-пребольшое спасибо каждому из вас за просмотр. Всем вам до скорых встреч.